Под сводами легкоатлетического манежа «Сибирский нефтяник» более 1000 юных спортсменов из большинства регионов нашей страны и соседнего Казахстана. Будущих чемпионов и рекордсменов в 13-й раз собрала известная легкоатлетка, заслуженный тренер России. 14 и 15 февраля в Омске прошел второй этап Кубка Татьяны Зеленцовой. Турнир задумывался для того, чтобы привлечь как можно больше детей к занятиям спорта, отвлечь их от вредных занятий, потому что вот возраст от 7 до 15 лет очень мало охвачен федерациями, когда еще дети не знают, куда пойти, чем заняться. И они, как правило, занимаются вещами наиболее доступными. Вот мне захотелось сделать наши соревнования настолько доступными, они не ограничены ни нормативами, ни какими обязательствами. Любой человек с улицы может зайти со справочкой о здоровье, заявиться и бежать на наших соревнованиях. И в этом состояла их основная сущность – доступность этих соревнований. И затем, чтобы дети, поучаствовав, поняли, нравится это им, не нравится. И на следующий день они пришли и записались в секцию. За годы работы тренером Татьяна Зеленцова подготовила более 15 мастеров спорта международного класса. Говорит, многие ее воспитанники начинали с этих соревнований. Целеустремленность и трудолюбие – залог успеха любого спортсмена, считают участники сегодняшние. Я как бы была здесь в прошлом году, но вот, к сожалению, что ничего не завоевала. В этом году я рассчитываю на свои силы. И надеюсь хотя бы попасть в призы. И чтобы вот это вот, чтобы это увидели родители, чтобы они поняли, как для меня это важно. Турнир среди юношей и девушек проходил в трех возрастных группах, в нескольких видах двоеборья. Самые младшие, атлеты 11 лет и младше, соревновались в беге на дистанции 60 и 150 метров с барьерами и без. Мы видим у тебя медаль. Как ты ее выиграл? Ну, я пробежал быстро 60 метров и 150. Мне помогал тренер, он поддерживал меня, тренировал очень хорошо. По итогам соревнований амичи завоевали медали в большинстве видов многоборья. Все победители и призеры получили заслуженные награды и памятные призы из рук известной легкоатлетки и тренера Татьяны Зеленцовой.